Настал ужин, на ужин вот такие вот пирожки с рыбой, с консервой. Вот. Сейчас захаваем, так, чуть-чуть. Ничего. С консервой из горбуши, походу. Заварил. В принципе, в сухомятку нормально заходит. Не, вкусно. Очень вкусно. Сегодня 31 декабря. Конец этого года. Сверху, я так понимаю, сыр, запеченный с луком. Готовил не я. Я только ем. Готовка – это не мое. Последний кусочек.
Можно сказать, что первый раз за день полноценно ем. В обед был только салат овощной, но он не в счет. Что, переходим к сладким булочкам. Так, переходим к десерту. На десерт сладенькие булочки с цикорием. Чуть-чуть подгоревшие, но ладно. Булочки тема. Что, собьемся перед Новым годом? Потом не полезет ничего. Хотя до вечера еще далеко. Время только 4 часа. Так что успеет еще перевариться, утрястись, я надеюсь. Булочки огонь.
ничего не хочется говорить, просто хочется есть. И все. Сочные. Даже звуки издают. Объелся, конечно. А, все вкусно. Сытно. Ой. От души. Фу, хорошо стало.